Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Resident Evil, первая часть Remastered. Итак, мы с вами закончили на том, что поджигали, так, несколько, короче, трупов, несколько зомбарей мы поджигали, которые должны были встать, и последнего, которого мы хотели сжечь, он резко так подскочил, короче, его нужно сейчас устранить, поэтому я возьму дробовик. Я возьму ружье. Так, это я убираю, беру ружье. Наверное, сразу его. Так, у меня есть, да, этот керосин. Хорошо. Я сразу его, короче, сейчас экипирую. Вроде на пути у нас никого не будет. Вот. Записываю я, короче, поздно. Уже у меня тут темно, уже все. Почти все ложатся спать, короче, поэтому, если меня будут пугать, мне надо, короче, как можно тише кричать. Вот, окей. Так, все, да? Окей, сейчас я схожу туда, короче, его устраню. Да, посмотрим. И спустимся уже обратно сюда, короче, я уберу, наверное, ружье. И возьмем гербицид. С вами и пойдем попробуем использовать его. Так, а не здесь, да? Здесь шлем. Здесь шлем, значит, и здесь. Да, правильно же. Правильно, ничего не путаю. Это. Леха какой? Прикинь, три выстрела, да? Он сдох? Бляха, я не знаю, сжигать его или нет. А, там еще один. Там обычный. Так, три патрона от ружья осталось. Я не знаю, сжигать его или нет. Давай проэкспериментируем, короче, вот на этом. Мы его убили. Когда... А ну-ка. А я сейчас, прямо сейчас. Я сейчас войду в дверь, обратно зайду. Если мы его конкретно убили, значит, он должен исчезнуть. Если нет, то попробуем сжечь. На крайняк, если он встанет, короче, у меня три патрона еще есть. Правда, это будет не очень экономно, но ради эксперимента хорошо. Да, исчез. Все отлично. Все отлично. Тут, по-моему, толстяк еще лежит. Ай, бляха, меня напугал-то, ёпти. Я ж дернулся, бляха. Он сейчас куснет. Куснет меня. Опа. Толстяк нахер. Тихо, я его убил, нет? Ну-ка. Леха, нихрена, он так встает, ты видно. Он как будто изучал какие-то там кунг-фу или как. Опа, на. Да, потекла кровь. Отлично, бляха, один патрон остался. Он так резко встает, я аж подпрыгнул. Так, того пока трогать не будем. Давай сходим сюда, в эту дверь. По-моему, в этой двери нам пока еще рано. Вот. Ну, давай, сходим, посмотрим. Вдруг кто ничего не видел тут. Вдруг кто-то видит эту игру вообще в первый раз. Поэтому давайте посмотрим. На щите на надпись. А смерть — это только начало. Окей. На щите надпись. Смерть — истинная сущность блаженства. Смотри, шипы, да? Шипы. Это, по-моему, статуя. Здесь, по-моему, лежит ключ, который, если возьмешь, статуя поедет. Надо, короче, дубликат сюда положить будет. А вот эти стены я не помню. Они... Эти стены, по-моему... И статуя... И меня так... Короче, понятно. Давай испробуем, да? Пусть тот, кто возьмет это, найдет упокоение смерти. А, ключ особняка. Это, по-моему, щит. Ключ щита, по-моему. Да, я говорю, видишь, стены так сделались. Оп, там видел щит, короче, мне не убежать никуда. Мне просто никуда не убежать. Тут надо это.
как его? Дубликат. Типа не настоящую копию сюда. Вот. Ладно, окей. Посмотрим здесь. Начните надпись. Смерть это все. А смерть это начало, а это здесь смерть это все. Закрыто. Символ шлема вырезан. Окей. А, кстати, я не помню, что там за, что за этой дверью. У меня еще мой вот этот ключ меча еще не до конца использован. Что-то мне подсказывает, что что вот здесь в коридоре, где он там зомбарь ходит, там, по-моему, еще одна дверь есть. Блеха, я не знаю как. Че у меня там? У меня два для самообороны, я не знаю. Это-та-та-та-та-та-та-та. Давай-ка я один раз сейчас выстрелю. Получится у меня скриншотить его. Или потратиться все-таки. Ой, зря. Ой, зря. Ой, зря. Не дал поджечь. Не дал поджечь. Потекла, потекла. Леха! Смотри, какой живучий. Зря я это, конечно, затеял. Все, у меня патронов. Два патрона. Зря, зря, зря я это все затеял. А кровь у меня потекла, нет? Ты как, живой, нет? Я не вижу, кровь текет, нет. Ладно. Бляха, я не знаю, сжигать его или нет. Короче, будем надеяться, что вот здесь... вот здесь две двери даже. Да хоть убей, этого не помню. Давай-ка вот здесь посмотрим. Закрыто с другой стороны, бляха. А здесь что? Вы открыли дверь. Ой, ёпти мать, ой. Зря, конечно, это все. Зря, зря, зря. Я, ой, копил, копил и взял все из... Ой. Да. Сейчас будет сложновато. Сейчас будет сложновато. Сейчас очень надо будет думать, как оббегать, как... Ой. Сам себе жопу сделал, короче. Сам себе жопу сделал. Шел ровно, вот шел ровно. Зачем я... Почему, зачем я вот это замутил сейчас? Надо было один раз проверить, выстрелить. Не схедшотил и все. Потому что сейчас там... А, погоди. Алмазик я брал? Я не помню. Так, ну ружье я убираю. Я убираю вот это. Я убираю вот это. Пока что. Так, беру, значит, алмаз. И беру, значит, гербицид. Одну травку я оставляю тебе, на всякий пожарный. Так, ну если на меня нападут, короче, у меня есть два кинжала для самообороны. Есть два патрона. Вот. Патрончики меня не спасут. Я надеюсь, что там мы сейчас найдем, короче, эти хотя бы обойму для пистолета. Закрыто. А тут у нас, знаешь, это латы. В оригинале не так было. В оригинале не так было. В оригинале эта дверь была открыта. Так, и что мне делать? И что мне делать, куда мне идти?
Значится, мне знаешь, куда надо? Мне надо. Так, а где я еще дверь-то? Знаешь где? Все, я понял. Где мы первого самого первого зомбаря, короче, где столовая, именно там, короче, мы еще не были. Давай сгоняем туда. Так, это у нас получается. Ну да, туда сгонять, короче, и нам останется, знаешь, что сделать? Нам останется посвистеть, вызвать собаку. Но чтобы вызывать собаку, мне нужны патроны. Потому что мне как-то ее надо будет убить, чтобы снять ошейник. Так, я надеюсь, там внизу мы используем этот ключ, короче, меча. Если нет, то я даже что-то и не представляю, куда мне еще его воткнуть. Я и не помню даже. Где я тут еще? Но там сейчас зомбарь ходит. Его как-то надо, короче, не знаю, оббегать как-то. Как закрыто с другой стороны. Аллилуйя. Мне просто сейчас повезло. Ух ты, какой гром. Мне сейчас просто повезло. Отлично. Закрыто. Символ лад. Эхо. Это лифт. А не похоже, что он останавливается на этом этаже. В смысле? Что? Где мне патроны взять? Мне хотя бы, не знаю, мне хотя бы обоймы. Я постараюсь как-то, не знаю, собаку прикончить. А, ключ-меч. Вот, да, отлично. Этот ключ больше не нужен. Ага. Все, отлично. Выкинь. Да, открой, Вальди. Ой, я что-то помню, по-моему, это место. Что-то помню, по-моему, это место. Блеха. Так, надеюсь, здесь куча специй, которых вы никогда не видели. Закрыто с другой стороны. Хорошо. Так, третий, кинжалик. Тоже отлично. Неизвестно, чей это кусок мяса. Жесть. Просто прикинь, какая там вонища, да? Там все протухло. Блюдо кишат личинками. Фу, бляха. Блюдо кишат личинками. Насколько я помню, ну, в оригинале здесь патроны лежали где-то. Почему сейчас нет? Почему? Зачем мне этот кинжал, бляха? Оп, тихо, стоп. Похоже, электричество не подается. Ёпти мать, а. Его бы по-хорошему сжечь. Бляха, а чё, патронов нет, что ли? Реально? Как им собаку-то мочить? Мне сейчас надо свистеть. Свисток. Так, окей. Патронов-то нет. А патронов-то нет.
Я надеюсь, тот не встал. Давай, давай. Цыпа, 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 цыпа. Цыпа, цыпа, цыпа. Знаешь, они в принципе... вот такие вот зомби, которые обычные, они в принципе тупые. Они... Их можно как-то вот... Не в узких коридорах их можно обдурачить. А вот те, которые уже при... ну, второй раз мутируют. И уже... Да. И уже, я думаю, поумнее. Фу, а где патроны-то взять? Кто мне подскажет? Почему у тебя нету? У тебя тоже должны быть патроны. Здесь говорю немного по-другому. В оригинале, когда здесь бегаешь, как бы боезапаса больше, в принципе. Что за Криса, что за Джил. Вот. Вот вороны появились, кстати. Надо, знаешь как? Надо спокойненько идти. Ну не знаю. У меня что там? У меня у ружья один патрон. В пистолете один патрон. Остался. И три кинжала. Я не знаю, на собаку действуют кинжалы или нет. Ой, вот я сейчас сам себя взял и, короче, в задницу просто загнал с тем вот зомбарем. Зря я это сделал. Мне бы сейчас вот этой обоймы вот хватило. А теперь придется, короче, я беру сейчас ружье с одним патроном. Пистолет. Я на всякий случай сохранюсь на ее. Потому что я думаю, меня зафигарят. Так, и я, скорее всего, возьму, наверное, так, вот эту траву я оставлю. И, наверное, скорее всего, возьму... Блях, вот из-за одной тупости мне придется сейчас, короче, просто тратиться. Просто тратиться. Вот аптечку я по-любому потрачу. В ружье патроны потрачу. Листок. Вы, кстати, так и не написали, для чего вот это деревянное крепление у меня. Был бы гранатомет, можно было бы не бояться, в принципе. Так, ну четвертый слот делаем, короче, и 4 слота, я думаю, достаточно будет вам. Ну. Как говорится, с Богом. С Богом. Я не знаю, как получится. Два патрона всего. Собаку, интересно, можно захедшотить как-то? Но вот эту собаку я думаю захедшотить не получится, потому что это типа она это как сюжетная, знаешь, она там такая вот такая раз такая. Так, ну для начала я возьму ружье. Так, и придется, я экипировал ружье, да, придется свистеть. Мы посвятили собачий свисток. Бляха! А в смысле? Да тут цепись, ты падла, ну! Там две! Та-та-та-та-та-та! И как это представить? Как? Не-не-не-не-не! Не-не-не-не-не, не получится. Давай! Отлично.
Опа, я одну убил. Я одну убил. Да ну нафиг. Да ну нафиг. Так, окей. Хорошо. Давай, давай, давай. Так же, так же. Хоп. Ты прикинь. Ты прикинь. В рукопашку почти зафигачил этих собак. Возьмите ошейник. Эпично, эпично было, эпично просто. Чем не комбинировать, изучить. Так, ошейник, короче, вот этой собаки. Здесь кнопка нажать ее, да. Теперь можно нажимать, вот, нажимать, хоть занажиматься. Это было эпично, реально эпично. Внутри ошейника была спрятана монета. Здесь ничего нет необычного. Она приняла форму ключа. А, имитация ключа. Окей, все, все отлично. Теперь мы можем, короче, вставить ключ. А, и в принципе я не буду сейчас съедать, значит, аптечку. Я даже аптечку сэкономил, ты прикинь. Я не буду съедать аптечку. Я сейчас подлечусь, знаешь, чем? Я подлечусь сейчас вот здесь травой. Да? Давай, вылечили свои раны, отлично. Бляха, ну это было просто. Это было настолько эпично. Вам больше не нужен собачий свисток. Выбросить, да. Да. Там лат, да, нарисованный получается. Получается, ключ лат мы сейчас возьмем с вами. Я не думал, я думал, меня убьют. Если честно. Я думал, не получится пройти. Я думал, придется раньше загружаться. Но сейчас у нас вообще мы пустые. Просто пустые. Просто пустые. Ружье можно убрать. Пистолет я оставляю, потому что мало ли мы возьмем патроны от пистолета. Так, значит, что нам еще нужно? Нам нужно... Ну, давай вот эту аптечку буду таскать с собой. Аптечка пригодится, потому что смесь трав, вот эти зеленые и красные, они помощнее, чем, по-моему, вот этот спрей. Так, я думаю, наверное, надо, бляха, вот такой прогресс сохранить. Потому что... Такую вот эпичное... Такую вот эпичное прохождение, это надо сохранить. Это надо сохранить. Получается, мы сейчас одну серию мы потратили две уже ленты. И все, пока не сохраняемся. Сохранимся уже в конце серии. Так, я убрал. Отлично. Все, идем, короче, за ключом. Мне, я хочу сказать, это не годы тренировок, не годы вообще, там, знаешь, так, это закрыто, да? Не задрачивание, знаешь, игры. Это просто везение, мне просто повезло. Мне сейчас тупо просто повезло. Так, не сюда. Мне просто повезло. Бывает такое. Мне повезло то, что у меня были вот эти вот ножи для самообороны, которые... Без них бы все, все, пришлось бы раньше загружаться и проходить. Ну все, все, я этой ловушки теперь больше не боюсь. Так. Имитация вот это, да? Я этой ловушки больше не боюсь. Меня теперь этим не напугать. Я сейчас рукопашку просто собак разнес. Две собаки разнес. Меня этим не напугаешь теперь. Так, мне бы сейчас патроны. Так, а какой ключ взял? Латы, наверное, да?
Да. Ключ изображения доспеха. Закрыто. А, здесь шлем. Здесь шлем. Так, и где у нас лата? А, лата как раз вот этот гербицид там. Да? Но туда суваться, бляха. Насколько я помню, там полно зомби. Туда суваться, я не знаю. Где еще, блин, латы нужны? Здесь нигде. Так, это что у нас? Этот пока еще нормальный, да? Когда вот он там покраснеет, так, и видно будет когти, тогда уже будет понятно, что он все. Сейчас встанет. Ну, надо было взять флягу и сжечь. Да ёпте мать, а. Где у нас лад-то? А, погоди, погодь, погодь, я все правильно пошел. Латы? Латы. На втором этаже там дверь была. Насколько я помню, там, по-моему, где-то лежит гранатомет. И нам его нужно сейчас достать, попробовать. Вот здесь. Да. Ключ латы. Так, здесь, по-моему, еще вороны будут. Ну, по крайней мере, в оригинале были. Так, что, здесь нет патронов? Патроны, патроны, мне нужны патроны. Патроны мне нужны. Я пойду аккуратно, на всякий случай, потому что вдруг здесь эти... Стеклянный столик. Вдруг здесь эти... Вороны. Прикольно, да, мотыльки такие. Да, вон гранатомет. Отлично. О, хорошо. Растение. А, кто-то поставил его на скамейку. Так, что там, патронов нет? Иди, аккуратно. Леха, надо было это взять. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! Херон такой какой-то быстрый! Это уйди! Отвали! Отвали, блеха! Быстро, быстро, быстро! Вторую, вторую, вторую! Давай, 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 давай! Живо, 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 живо! Жил! Немедленно бегем! Бегом, 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 бегом! Так, 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 вот это забирай, забирай! Ата-тат! Вали, вали, вали! А чё он такой быстрый? Бля, он еще наблевал мне. Он еще наблевал. Все, 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 вали. Просто какие-то жести. Жести, короче. Без патронов это вообще просто жесть. Так. Это и комбинируем. Изучить. Отлично, хоть какое-то у нас мощное оружие появилось. А, заряженные гранатами. Гранатомет. Все, да? Что там в дуле видно, нет? Видно там, что в дуле? Ну что так резкий-то? Как понос детский. Так. Ну окей. Окей. Теперь можно идти в сейв-ру.
сохраняться, заканчиваться. Что, на этой стороне? Собака. Успею? Отлично. Все отлично. Ну так, у нас есть, короче, латы. Ну, ключ лат. Теперь мы с вами... В смысле? В смысле? Я не помню такого. Да ладно. Да ладно. Гляди-ка, а я смогу? Да ладно, я по нему попал. Прикинь, я по нему вот так попал. Все, идет он в жопу, короче. Я в домик. Нормально, ты просто в гости зашел. Нормально? Это нормально? Так, это я, короче, раз. Так, это я два. Лад, да? Так. И сохраняться. Так, ну все. Следующей серии теперь нам остается. Можно. У нас есть ключ лад. Теперь можно, короче, в следующей серии будем исследовать комнаты с ключ. Ну, которые закрыты были на ключ доспехов. Вот. Ну и кому понравилось, там лайки, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм, комментируем, делимся с друзьями. С вами был Валерий. Всем пока.